Глава Одинцовского округа Андрей Иванов побывал на одном из постов ГИБДД, временно оборудованных для проверки наличия электронных пропусков. За первый день действия пропускного режима сотрудники ГИБДД на въездах в Одинцово проверили цифровые пропуска и другие документы у более чем 30 тысяч водителей, останавливая при этом каждую машину. Глава муниципалитета отметил, что лучше заранее перед постом открыть необходимый код на гаджете или распечатать и закрепить его на лобовом стекле, и подчеркнул, что это вынужденная мера, необходима и обоснована.